Однозначно, всем гостям равное внимание. Каждый получил именной пригласительный билет, копию фильма в подарок и приглашение за сладкий стол в столовой. И все-таки нельзя было не заметить особое расположение Светланы Георгиевны представителям казачьего войска. Это понятно, родословная семьи корнями уходит в кубанское казачество. Ну что, пора начинать? В зал с экрана вырывается лихая, удалая пляска. Когда-то супруги Камуловы познакомились именно на сцене, в танце, в Доме культуры города Славянска на Кубани. И вот уже их семейному союзу 56 лет. Премьера фильма «Одинцовская земля. 12 незабываемых встреч» продлится полтора часа. Большинство зрителей увидит себя в кадре. Клуб друзей, единомышленников Камоловых объединяет людей самых разных профессий. Здесь и аграрий Александр Рыхлик, и композитор Игорь Чернавкин, коллеги по работе в районной администрации, поселениях, друзья по жизни, семейному общественному проекту «Планета жизни и любви» исполнилось 10 лет. Спасибо за ваши фильмы, за ваш пример, пример настоящей русской семьи. Я думаю, и для ребят, ваших ребят, вы являетесь, наверное, с вашим мужем главными людьми на этой планете. Почему? Потому что вы для них пример. Пример мамы, бабушки и пример русского человека. С огромной благодарностью от Министерства социальной защиты Подмосковья Юрий Патруков. Александр Тарасов. Героический человек, в числе его наград две медали за отвагу. В этом году Александр избран атаманом Одинцовского хуторского казачьего общества. Вот она наша культура, вот она наша честь и достоинство. Люба, братцы, казаки! Люба! 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 Спасибо вам огромное. Уехал казак на Филиппину, это ассоциируется с моим дедом, который погиб на Амуре. И поэтому вот эта линия проходит у нас памяти предков. Любовь к казачеству людям мужественным и свободолюбивым свойственна всем Камоловым. Рада очень, что проходят такие встречи, что столько друзей у нашей бабушки, у нашей Светланы Георгиевны. Даже иногда язык не поворачивается сказать бабушку. Хочется сказать мама. От бабушки я бы хотела позаимствовать ее доброту, как она постоянно нам готовит вкусно. Мы к ней приезжаем каждый раз накрытый стол. Очень приятно. От дедушки тоже его безграничную душу, его доброту. Хотел бы научиться монтировать фильмы так же, как и он. Мне у дедушки нравится то, что он делает эти прекрасные фильмы, а у бабушки то, что она всех любит, всех уважает, ее все уважают. Заключительный аккорд празднества духа – песня. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».